Я представляю радиокомпанию TBS. Меня зовут Озата. У меня вопрос к главам обеих стран. В первую очередь вопрос премьер-министру господину Абе. Пока не решен вопрос принадлежности северных территорий, островов, российская сторона развивает, налаживает инфраструктуру на этих островах. И компании, в том числе иностранные компании или с участием иностранных лиц, например, развивают такие проекты, как строительство, также создание геотермических станций, также других объектов. То есть на тех островах сейчас до сих пор идет фактическое управление, находится под фактическим управлением России. И такая действительность является неприемлемой для японской страны. Как бы вы прокомментировали такую ситуацию? И мой вопрос теперь адресуется президенту Путину. Россия и в дальнейшем будет продолжать намеренно или планирует продолжать такую политику в тех землях? Если да, то как вы считаете, каким образом это может повлиять на переговорный процесс с Японией по мирному договору? Да, что касается текущей ситуации, это не совпадает и неприемлемо, не совпадает с позицией японской стороны. Но в совместном заявлении, которое приняли мы вместе с президентом Путиным, имеются такие слова, что стороны будут прилагать усилия для преодоления тех разногласий, которые существуют в позициях двух наших стран. И для того, чтобы коренным образом решить ситуацию, что нужно сделать? Единственное, что нужно сделать, это решение вопросов северных территорий. И мы с господином президентом Путиным на этот раз договорились о том, что будем ускорять весь этот переговорный процесс. Это означает, что мы будем ускорять переговорный процесс по мирному договору. Я посмотрел, вы добросовестно зачитали этот вопрос по бумаге. Я бы попросил вас передать тем, кто вам его продиктовал, следующее. Эта проблема досталась, не мы ее создали, она досталась нам из прошлого. Почти 100 лет назад. И мы искренне хотим ее решить. На приемлемых условиях для обеих сторон. Если вы хотите нам помочь, то это возможно. Нужно создавать условия доброжелательного друг друга отношения и создания обстановки доверия. А если вы хотите помешать, что тоже возможно, то можете продолжать задавать жесткие прямые вопросы, на которые всегда будете получать такие же жесткие прямые ответы. Ну а как иначе? В данном случае хочу сказать, что на этих территориях проживают такие же граждане Российской Федерации, как и все другие наши граждане, проживающие где угодно. Мы обязаны думать о уровне их жизни. А официальная позиция Российской Федерации по заключению мирного договора хорошо известна. Но мы сегодня собрались не для этого, а для того, чтобы возобновить переговоры по мирному договору и искать пути решения этой проблемы. Аригато.